Гунип в красно-белых цветах. Итак, игра стартовала. Давайте приступим к составам. Они на противоположный фланг, а теперь контратака Гуниба под острым углом. Выходит игрок. Удар Гасанова и спасает. Уже рос на линию штрафной. Покалов. На замахе убрал. С левой пробил. Здесь рикошет. И Магомед Алиев спасает. Угловому можно также далеко забросить штрафную. Но не решили. Удар неожиданный в исполнении Ибрагимова. И Гунипу забить не удалось. Посмотрим, может быть, против ветра. И вновь помчался Махмудов к лицевой. И здесь почти обыграл. Ну и вот у него момент. Удар по воротам. Вратарь вновь на мяче. Магомед Алиев за мяч не зацепился. Бьет по воротам. Неприятнейший удар. Начал возиться с мячом. Махмудов только технический брак подвел для Рату. А здесь момент. Еще один удар. И вратарь спасает. Спасает свою. Очень мало. Гасанов. Направо решку перевести. Ибрагимов. Он будет бить. Он все чаще будет бить с таких позиций. Потому что это концов. Будет в этом отрезке все усерднее и усерднее. Удар по воротам. На месте. Сегодня олицетворяет просто спокойствие. Ну и все. Мы с вами сейчас будем смотреть серию 10-метровых. Разбег. Удар. И парирует Капиев. Магомедхан. Разбег. Удар. И практически идентичный момент. Но все-таки мяч влетает. Гол. Легко. 1-1, ноу. 1-1, ноу. Без шансов. По центру, а вратари гадают. Гаджимагомедов. Тоже без шансов. Айгумов. Удар, гол. Пока 3 из 3. Гуниба безошибочно. Вратарь становится огромным. Разбег. Удар и забирает. То Гуниб проходит в 1/8 финала. Разбег. Поздравляем. Гуниб в 1/8 финала. Тлярота сражалась, играла, довела это.